Друзья, всем привет! Сегодня должен был быть, как обычно, субботний выпуск новостей, но мы с вами решили в телеграм-канале довольно-таки демонстративно, что новостей не будет, потому что новостей интересных не было. Я просто предложил вам другую тему для видоса, и многие поддержали эту тему, поэтому сегодня записываем видео про телевизоры. Сзади меня находится новый телевизор LG, который теперь будет моим и будет стоять у меня в студии. И это не просто так, потому что я решил поменять телевизор. Несколько месяцев назад, наверняка многие помнят, я делал, скажем так, видеообзор про свой новый телевизор компании на букву X. Я не называю уже имя этой компании, потому что многие меня упрекают, что мой канал потихоньку начинает превращаться в канал брендом этой компании. Много видосов выходит слишком про гаджеты компании на букву X. Почему поменял телевизор? Очень интересная тема. За несколько месяцев использования 4К телевизора, ладно, уже скажу, Xiaomi, всплыли некоторые нюансы, которые меня не то чтобы сильно раздражают, но все-таки было принято решение поменять телек. Вроде бы все нормально, да, стоило вменяемых денег, 4К панель, заявленный HDR, который потом оказался на деле абсолютно не HDR, а псевдо-HDR на практике. И были у него некоторые конструктивные недостатки. Поэтому я решил поменять телевизор с небольшой доплатой. То есть какое было решение? В целом, 55 дюймов 4K IPS меня полностью устраивали по соотношению цены и качества. Но вылезли некоторые косяки у этого телевизора, которые мне и дали понять, почему он стоил дешевле, чем другие аналоги, да. И здесь я немножко принял решение немножко переплатить. И, соответственно, я перехожу с телевизора IPS на IPS телевизор. Почему? Да потому что все-таки OLED – это очень хорошо, но это до сих пор очень дорого. Вот прям хороший OLED стоит безумных денег. Поэтому было принято решение перейти с IPS на IPS. Ну, такой вот весьма незначительной для меня доплатой. Выбрал новинку 55 дюймов, 4К. WebOS 4-го поколения. Про WebOS мы с вами много чего знаем, потому что я, ну, лично я много чего знаю, потому что я тестировал эти телевизоры уже 2 года подряд. WebOS 3.0, 4.0, вот эти все графические оболочки, про которые долго рассказывать мы не будем. Итак, почему было принято решение перейти на новый телек? Первая и, казалось бы, очень банальная вещь. Подставка. Как вы видите, у этого телевизора LG подставка идет вот такой вот дугообразной формы, и ее крепление находится по центру телевизора. И это невероятно удобное инженерное решение, потому что на предыдущем телевизоре, представьте себе, 55 дюймов, ножки расположены по краям телека. Дело все в том, что это очень сильно ограничивает выбор различных полочек. Очень сильно ограничивает. У нас студия небольшая, и нам нельзя занимать много места лишней, скажем так, мебелью. И подобрать под телевизор старый какую-то тумбу было невероятно трудно. Даже вот этот стол, журнальный стол, который не маленький, на него с трудом помещался телевизор, его бы нужно было ставить полубоком, чтобы он не упал на край. Это действительно очень печально было. Кстати, тут многие могут задать вопрос, чего вообще ты увлекся телевизорами? И да, я действительно увлекся телевизорами. Если вы посмотрите на нашу подсобку, сколько у нас телевизоров стоит в загашнике, я постоянно набираю их, постоянно тестирую, потому что телевизор для меня стал каким-то универсальным окном. С появлением PlayStation я очень увлечен компьютерными играми, видеоиграми, я очень много играю. Если вы для себя открываете такую штуку, как Netflix, то без большого телека вот просто жизнь не мила. Я уже начинаю делать так, что у меня телевизор в студии, телевизор дома в комнате, телевизор на кухне. Просто привык, засосало. 5 лет назад мы с вами говорили такой интересный девиз: я не смотрю телевизор, я смотрю YouTube. Сейчас все, что было в YouTube, все перетекло тоже на большие экраны. Это можно там с удовольствием потреблять. Конечно же, разница в потреблении контента на большом экране либо же на мобильном устройстве все-таки значительная. А какие-нибудь сериальчики любимые посмотреть в 4К – милое дело. Кстати, вторая причина, по которой я поменял телевизор. Буквально пару недель назад ко мне приходили друзья на пиво. И как получается, у нас такая не то чтобы традиция, у нас такая схема. Мой знакомый берет свою приставку Apple TV 4-го поколения, у него там подписка, ну не подписка, там разные сервисы, все настроено, он еще покупает фильмы. Он просто заскакивает после работы домой, берет ее с собой, приносит, подключает к моему телевизору, и мы смотрим кино, которое он загрузил. Там под еду, под пиво, все как нужно. И как получилось, мы подключаем к старому телевизору Apple TV 4-го поколения, включаем фильм «Сделано в Америке» с Томом Крузом, замечательный фильм, посмотрите, если не смотрели.
И происходит следующая вещь. Телевизор видит, что приставка поддерживает 4К. Вернее, приставка видит, что телевизор поддерживает 4К. Фильм у нас 4К с поддержкой HDR. Мы это все дело запускаем. Начинаем как бы просматривать. Я краем глаза понимаю, что что-то происходит, что-то не то. Ну, то есть, как бы расширенный динамический диапазон, да, но какой-то странный он. Он какой-то странными оттенками отдает. Как только я перехожу в меню Apple TV, я вижу какие-то странные градиенты на экране, то есть какая-то неправильная заливка. И тут я понял, что вот эти вот заявленные HDR в телевизоре Xiaomi, это вообще псевдо-HDR на самом деле. Ну то есть он никакущий, он какой-то программный, непонятный и плохо работает. В играх его вообще нет, то есть невозможно было заставить в играх там в PlayStation, во многих, которые поддерживают HDR, запустить его на этом телевизоре, и это как бы меня немножко тоже раздражало. И третья причина, по которой я это все дело сделал и поменял, все-таки в интерфейсе. Да, я понимаю, что интерфейсом телевизора я особо не пользуюсь и ограничиваюсь только переходом по меню, чтобы перейти там уже в PlayStation, либо же в игровую приставку, в другой интерфейс. Но за все это время у меня был китайский телевизор на китайском языке, который нельзя было перепрошить, на который нельзя было поставить какую-либо локализацию. Ну, то есть, по факту я соглашаюсь, что я просто купил за доступные деньги хороший экран. То есть, ну, это факт, я купил просто хороший экран за, как бы, цену ниже рыночной. Ну, ниже рыночной, то есть, ниже аналогов. Какое-то время прошло, и мне этого было уже недостаточно. Мне захотелось какой-то другой интерфейс, мне захотелось поддержки HDR. Кстати, я еще обратил внимание, что штатный звук телевизора очень сильно отличаются друг от друга. И в случае, допустим, сравнения с Xiaomi и вот этим вот телевизором LG, это вообще две большие разницы. При том, что в моем старом телевизоре два динамика по 20 Вт, в моем новом телевизоре два динамика по 20 Вт. Играют они совершенно иначе, и это обусловлено очень простой вещью. Этот телевизор немножко толще, но внутри его есть какая-то акустика, там есть пространство. То есть там прямо, если постучать по крышке, тут как бы слышно, что есть какое-то небольшое место, вакуум. То есть немножко глубже звук получается и громче звук. То есть штатный звук интереснее. Вторая интересная вещь, связанная со звуком. К телевизору Xiaomi невозможно подключить какие-то внешние колонки. Очень сильно ограничили его все подключаемые интерфейсы. Вы не можете подключить колонки при помощи тюльпана, потому что в самом телевизоре есть всего две дырки, и это вход, а не выход, то есть невозможно подключить колонки. По 3,5 мини-джеку тоже ни хрена не работает, звук ужасный, и поэтому, то есть вы должны купить только саундбар Xiaomi и так далее и тому подобное. С этим телевизором проблем никаких нет. Да, это не дешевый телевизор, его сейчас стоимость в Украине порядка 38 000 гривен, и даже может быть 39 тысяч гривен в баксах, это вот такая сумма вылазит. Да, это IPS с LED-подсветкой, но он самодостаточный, он отлично показывает 4К видосы, показывает HDR работает, здесь огромное количество напичканных функций, и вплоть даже до старта, вот вы открываете телевизор, начинаете его настраивать, его пульт при помощи указки отлично откалиброван, все работает, быстренько по меню сделали настройки, подрубили Wi-Fi, погнали. Встроенный Netflix, встроенные локальные сервисы, там разные кинотеатры и прочие вещи, так что в принципе на первых порах вам даже, наверное, не нужно будет покупать никакую стороннюю приставку. Есть еще отдельная история про приставки, потому что у меня еще была приставка Xiaomi. Ну то есть за те деньги, за которые она продается, претензий никаких нет, но однако с софтом там есть некоторые трудности, и она иногда подглючивает, она зависает, ее нужно перезагружать. Мне это тоже начало очень сильно раздражать. Ну то есть, если у вас есть время это все дело настраивать, перепрошивать, вы добьетесь того, что это будет работать идеально. Я не из тех людей, которые будут с этим морочиться. Мне нужно купить, поставить, все работает с коробки. Купил, поставил, все работает с коробки. Вот это вариант. Рабочий абсолютно. В ином случае, ну, пожалуйста, Apple TV, либо же приставочку от Google, и все у вас будет хорошо. И сейчас, естественно, на этом телеке я буду в PlayStation 4 рубить Ведьмака и прочие другие игры с включенным HDR в других играх. И здесь все будет замечательно. Для тех, кто не в курсе, чем сейчас вообще живет LG со своими телевизорами. Мне, кстати, недавно задали вопрос, какой телевизор выбрать. А я как бы даже неосознанно сказал, ну, LG, наверное. Просто как-то вот оно у меня так отложилось в голове, что везде я вижу рекламу этой компании, везде вижу в магазинах телевизоры. Есть, конечно, и другие бренды, которые, кстати, стоят приблизительно столько же. Есть телевизоры гораздо дороже, но в целом, если мы говорим про формат 4К 55 дюймов для игр, для сервисов, для там сериальчиков и прочих вещей,
уже сейчас можно купить себе достойное решение. И так смешно получается, все мы говорим, что, ну, обычно телевизор обновляется раз в 5 лет. В моем случае меня хватило на несколько месяцев. Значит, смотрите, что у нас здесь технически. Как я уже сказал, это IPS LED-подсветка. Экран держит 100 Гц. При этом, что вот самое интересное, здесь есть поддержка Bluetooth и кодека aptX. То есть, если у вас есть какие-то беспроводные наушники, которые поддерживают кодек высокой передачи данных, вот это вот без сжатия, либо же какие-то колонки, вы можете по Bluetooth выводить звук с этого телевизора, и будет все, в принципе, неплохо. Останется только найти тот самый формат там, высокого качества звучания, музыки, либо же видосов с поддержкой там, того же Dolby Atmos, Ultrasound и прочих вещей. Тогда все будет хорошо работать. Портов здесь завались. Один HDMI 2.0. И также 3 HDMI обычных, 2 USB 2.0, ну, в общем, все в полном порядке. Технология NanoCell Color Pro, специальный алгоритм, который делает 4K upscale. Естественно, есть звуковое управление при помощи пульта, то есть можно надиктовывать команды. Кстати, очень часто пользуюсь этой функцией, когда ищу в различных сервисах тот или иной сериал. Miracast, управление при помощи смартфона, телевизора, тоже присутствует. Все, что есть в современном стандартном телевизоре. И, кстати, у LG очень много похожих моделей по функциональности. Вам лишь нужно взять там и определиться с техническими характеристиками и ценой. IPS это должен быть, либо OLED это должен быть, диагональ и так далее. Знаете, что самое забавное во всей этой истории? Я поменял телевизор на новый, и теперь я понимаю, что старый телевизор, но я с ним тоже ничего не смогу сделать. То есть я не смогу его продать, потому что старая конфигурация, китайский язык, нет возможности локализовать его. Как бы своеобразная штука, ну мало кто его купит, ну разве что там за полцены, ну тогда нет смысла его в принципе продавать, этот телевизор за полцены, потому что, давайте говорить откровенно, телек это нужная штука, ну, то есть она никогда не пропадет. Если, допустим, ты не будешь пользоваться, то будут пользоваться родственники, там, друзья, кому-то на квартиру поставить, кого-то поломается, еще 5 лет будет ходить. И если бы я изначально брал что-то, нечто вот такое, то в случае необходимости перепродажи для меня это было бы все сделать гораздо проще. Сейчас я опять начну переходить третьего Ведьмака, полностью там новые билды строить. Короче, у меня есть чем заниматься, как вы понимаете. И, конечно же, приобрету HDMI самого последнего поколения с максимальной пропускной способностью, чтобы все игры, которые поддерживают HDR, наконец-то завелись на PlayStation 4 Pro. Для меня это было очень важно. Возможно, теперь старые игры, в которые я играл без тому самому HDR, теперь для меня откроется вообще по новой, потому что разница HDR не HDR, она просто колоссальная, когда открываешь для себя мир HDR контента, он становится уже необратимым, даже с точки зрения видео, даже с точки зрения игр. Если вы играли до этого без HDR, попробовав в один раз HDR, вы говорите, нет, обратного пути нет вообще. Вот, наверное, из-за этого стоит как минимум на сегодняшний день проапгрейдить ваш телевизор в том числе. Вот такой видос сегодня, друзья. Пишите в комментариях, что думаете. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Как вы видите, вот из-за ваших мнений в телеграме я корректирую какую-то вообще контентную сетку и как выпускать, когда выпускать те или иные видео. Если бы вы сказали, чувак, снимай новости в субботу, я бы снял бы новости, отложил бы выпуск этого видео там на следующую неделю, не вопрос. Раз вы поставили вот такой приоритет, пожалуйста, выпускаем. Всем пока!